Ситуация с госзакупками в сфере здравоохранения продолжает оставаться трудной. Эта отрасль подвергается постоянной критике. Часто в соцсетях можно встретить жалобы на то, что в том или ином медучреждении не хватает лекарственных препаратов. От этой проблемы больше всего страдают пациенты. Это значит, что нужно менять систему. По поручению губернатора Сергея Морозова на свое первое заседание собралась рабочая группа, которая будет искать выходы из сложившейся ситуации и бороться с коррупцией в сфере госзакупок. К ее работе привлекут общественников и экспертов, как местных, так и федеральных. У нас уже есть договоренность с Министерством здравоохранения Российской Федерации по тому, чтобы их коллеги, их специалисты такой срез, такой анализ помогли нам провести и, так скажем, поставить точный диагноз, что с нами происходит и как сделать так, чтобы в дальнейшем и облегчить ситуацию, и в то же время обезопасить ситуацию от всяческих неправильных проявлений. О помощи областное правительство попросило и Высшую школу экономики. В регионе используют различные формы организации закупок. Это в первую очередь самостоятельная закупка необходимых лекарственных препаратов и лишь затем объединение заказчиков для участия в совместных торгах. Они позволяют небольшим больницам закупать дорогостоящие препараты. Это право прописано в законе, но к этой работе должны привлекаться профильные специалисты. Должен быть, конечно, четко определен организатор торгов, но это наши больницы, я согласна с этим, но... Считаем, что, допустим, онкопрепараты организатором должен быть лечебное учреждение, которое профильное, которое занимается этой, которое знает эти потребности, знает, что они закупают. Это онкодиспансер. Допустим, детские больницы, перинатальный центр. Но реагенты, коль уж они закупают в Ульяновской областной клинической больнице, может быть, они будут операторами совместных торгов. Кроме того, участники заседания высказались против включения в одну заявку большого количества лотов. Такая практика оставляет простор для коррупционной деятельности. А даже намеки на возможность появления коррупции должны быть полностью исключены. Найти решение, как этого добиться, как раз входит в задачи рабочей группы. Егор Титов, Юрий Конихин, новости дня, Ульяновская правда.